Накуновцы молодцы. Я вот могу с точкой, вот точно заверить, что посмотрел вот эту видеопрезентацию. Да, добро пожаловать в мой список желаемого, уже по-другому не скажешь. В Стиме, там, в Гоге, неважно, где угодно, список желаемого для меня, он один существует. Потому что я не разделяю игры ни в коем случае на какие-то платформы. Я играю в игры. Мне не важно, какая платформа. Это абсолютно для меня... Ой, блин, не хочу говорить чуждо, но я, короче, этого не понимаю. Для меня есть определенная игра, в которую я хотел бы ее, скажем так, опробовать. А на каком устройстве, блин, мое дело? Ну, не тот факт. Просто на Кун для меня всегда это были вот люди, которые делают наушники. Там как раз в этой презентации было показано. Рули, геймпадики, туда, куда мы это телефончики вставляем, вот в эту вот коробочку, да, с кнопочками. Ну, в общем, вот такие технари были, да, и, конечно же, Накун, как издатель, и показывая то, что вот на этой презентации я увидел, это было здорово, я скажу. Им не хватало вот этой эффекта VHS пленочки такой, что там, и Володарского, конечно, чтобы он это все озвучил, потому что, увидя то, что он, они нам продемонстрировали, и первая игра, которая была, это, конечно же, Робокоп. Офигенный Робокоп, просто, ну как, блин, это здорово. Я считаю, что, не знаю, можно ли сказать, что это бум вот этих игр, да, по франшизам старых фильмов 80-х, 90-х. Это же разработчики Терминатора, да, которые сделали Salvation, да, вроде бы он называется, я не помню, дам себе обязательно название. Последний шутер, короче, по Терминатору. Они делают шутер по Робокопу. Я могу 100% ошибаться, но Робокоп у нас не бегает. Правильно? Старый Робокоп. Новый Робокоп у нас очень грамотно бегал. Старый Робокоп не бегает. Они как эту игровую механику хотят показать? Мне интересно. Это будет рельсовый шутер? То есть мы будем крестиком, да, управлять и стрелять зеленым. Был же шутер там на PlayStation 1 или на PlayStation 2. Убогий вообще, вот честно. Про Робокопа я помню, как кто-то мне показывал там из одноклассников. Ну это жесть какая-то была. Тут, смотря, что происходит здесь, мне все нравится. И кровища, и Come on me, ой, это из Терминатора, прошу прощения. Короче, живой или мертвый, ты пойдешь со мной. Где фраза «Thank you for your cooperation»? Ну как же без нее? Наверное, 100% будет. Будет определенный штырь, да, этот чшк, как он, как у Росомахи один коготь такой вытаскивать нужно будет ему. Ну это и так, это вольная мысль того, что не может быть. Но я себе это представляю именно так. Цыпленка показали, который рычит как лев. Ну круто, выглядит все круто. А будет этот, там, ну, который с кислотой, которого облили кислотой. Блин, если этот будет, чувак, то вообще супер. Все, это must have для меня. Ну а то, как? Это детские впечатления. У него кожа с пальц свисала. Помнишь же такую? Его машина. Бум, там. Классно. Это детские впечатления, откуда, которые, ну, никуда и не избавились отсюда. Если накуновцы со своим Робокопом Rogue City также будут делать, играть эти, да, дергать за эти ниточки ностальгии, то это будет здорово. Долго заострять внимание на нем не будем. Робокоп — это вещь. Особенно, ну, мне, в принципе, новый вполне зашел, который бегает. Там, кстати, в самом начале фильма, когда его сделали, этого нового Робокопа, показали, как он перебежал и прыгнул через стенку. Побежал и прыгнул через стенку. Все. Это не тот старый. Так что мне очень будет интересно, как они эту механику сделают. Может, он на колесиках будет? Ну ладно, не суть более. Жду 100%. Продолжим. Что нам еще продемонстрировали? Это Steel Rising. Steel Rising от Spiders. И... Блин, я смотрю и думаю, а чё они такие дёрганые? А потом до меня доходят, это же куклы механические. И я такой про себя думаю, круто, конечно же. Я обожатель этих Souls-like игр, в которые никогда не играл. Вообще ни в одну игру Souls-like'ов не играл. И тут такая викторианская эпоха, паровые дизели. Выглядит здорово. В списках желаемого у меня это обязательно будет. И обязательно к этому я приобщусь, приобрету. Потому что, ну, что там это фэнтези, да? Сколько этого фэнтези и соус-лайка? Пусть будет, как он называется, Steel Rising, пусть будет в викторианской эпохе с паровыми двигателями. Круто сделано все. Крюк-кошка, кстати, у нее в каблучке. Очень
интересно смотрится. И да и вообще, это и боссы прикольные. Мне очень нравится. Сразу скажу, вот прикольно выглядит, мне очень нравится. Не знаю, кто там что, но как-то не так чук-чук. Кто там что, я имею в виду, почему там, может, они это как-то объяснили, они заметили. Но они очень дерганные, а потом для меня доходит, что да, это же механические куклы. Внимание моего 100% стоит. Небольшой ликбез дам, чтобы не тратить и твое время, дорогой смотрящий, и свое. Я вот, смотря вот на этот Steel Rising, я думаю, а как бы было бы здорово, да, Blood Rain вот такого вот сделать, да, вот. Пусть кровавая Rain будет вот в такой вот, ну, не викторианской, вот то же самое, но только Blood Rain, пусть Souls-like Blood Rain хочу. И я так подумал, было бы круто, там, вампиры, эти механики, там, у нее эти, как это называется, эти ножи вот эти вылазили. Можно было их прокачивать там с какими-нибудь лезвиями, там закругленными, прямые, там как катаны, пушки у нее. Блин, ну игра, в принципе, если так обсуждать это, да, но у нас был слэшер, убогий, блин. Че мне этот Робокоп нафиг с PlayStation 1, убогий, и Blood Rain, ну он убогий был, ну честно, ну да, я понимаю, очень круто. Офигительная героиню придумали, создали вампиршу, это шикарно. Но вот то, что там этот слэшер был, мне кажется, он вообще абсолютно не нужен был. Да и Souls-like игр тогда не было. Но если бы сейчас Blood Rain появилась бы, вот в таком Souls-like, я думаю, это был бы просто такой пинок под зад этому Bloodborne, о котором все направо и налево орут. Lord of the Ring Gollum. Блин, он выглядит... Блин, почему у него как у обезьяны челюсти? Не понимаю. Ну ладно, это их видение там этот писал, когда он что, его там четко так описывал, что ли, этого голума. Каждый видит по-своему, да? Художника может обидеть каждый. Вот и вот. Пусть вот будет голум такой. Обязательно к моему, к списку желаемого вот так вот его прикрепил, так. Бам! Голум здесь должен быть. Жду 100%. Кто бы что ни говорил, главное, чтобы это не онлайновая игра была. Да, очень сильно похоже, что это будет такой стелсовый коридорный экшен, если можно это так назвать, да, потому что мы там то камушки кидаем, то еще что-то, какую-то лаву выливаем. Но это же вселенная Lord of the Rings, как может быть, мне это не нравится. С удовольствием жду и надеюсь. Ну, как еще объяснить? Голум пусть остается голым, хоть немножко приоткрыть вот эту занавесу того, а что же там было с ним непочитанного, да, и непоказанного фильма. Вот пусть игровая вот эта вот компания нам и показывает, что там было на самом деле. А я потом посмотрю, что да как. Совсем недавно я, ну как, относительно в этом году, буду говорить, прошел Xenoclash. Для меня, как это было такой арт-проект, да, где не ищу я никаких глубоких смыслов, не копаюсь в них, а просто смотрю на геймплейную основу. И видя, что мне предоставили движок Сорус, где мы так смачно мутузим всех, прям бам, с таким с удовольствием. Вкусные драки такие, да, если можно так назвать. Дают нам игру, о которой я сейчас говорю, это Clash, там бла-бла-бла, Off House. Предыстория Xenoclash, обязательно в списке моим желания. Опять очень чудаковатые монстры, чудаковатый наш персонаж, какая-то прокачка, добивание. Ну, выглядит шикарно. Вот этот вот, да, сюрреализмом вот этого куча, пусть такого сюрреализма куча будет именно вот в этой игре. В Xenoclash, вот как они задали эту планку, вот пусть они так и двигаются, другим туда лезть не нужно вообще. Вот этот сюрреализм, эти глубокие смыслы, блин, как же я их ненавижу, честное слово. Геймплей, все шикарно, будем бить антропоморфных свиней и слонов, вот почему бы и нет, да с удовольствием. Raven's Watch, да, показали нам книгу, показали нам небольшой отрывочек геймплея, дьяволоподобная игра в сеттинге сказок. Смотря на то, как красная шапка превращается в оборотня, мне больше ничего не нужно. Я это определенно хочу. Снежная королева тут же рядом с тобой бегает, которая замораживает всех и расчленяет. Я вот, ну вот у меня такое, давным-давно, я до сих пор помню, думал, а вот что вот с ними реально происходило в дальнейшем? Кем они стали? Красная шапка кем стала? Она же вечно эти пирожки бабки носить не будет, да? Она пошла в ассасины и придумала... Red Hood Clan какой-нибудь, да, звучит как Wu-Tang, ну или какая-то рэперская. Red Hood Clan придумал. И они, значит, там у них была какая-то еще бабка, она ими руководила, они там ходили, ассасины такие, девчонки в красных капюшонах. Но тут они по-другому пошли, она в оборотня превращается. Вот, типа, покажите мне, да, это не Wolf Among Us, Wolf Among Us, да, где у нас такая более взрослая тематика. Но покажите мне, что с этой красной шапкой-то произошло там в дальнейшем.
А вот тут и нам в Raven's Watch покажут. И для Diablo-подобного такой вот игровой тематики выглядит очень здорово. С удовольствием я на это обязательно посмотрю. War Hospital. Блин, вот до этого говорил про стратегии и на секунду для себя осознал такую тематику. Это будет, наверное, одна из первых таких стратегий, пусть это будет даже менеджер стратегии, где мы не во врагов, да, все это, типа, вот, мы построили все, иди на врага, атакуй, и так далее. То есть, да, вот мы не с этой с точки зрения, а с точки зрения наоборот, типа, идите ко мне, чтобы я вас полечил, да. War Hospital как раз вот этим будет очень много заниматься. Не заниматься, а нам это демонстрировать. Там разработчики, почему заниматься, они там изучили очень много литературы, дневники разработчиков, которые были. Изучили очень много литературы, показали там нам то, вы должны стремиться к этому. Ой, как мы мечтаем, чтобы игра была похожа на это. Вот когда у меня такие, когда я такое слышу, что игра должна, мы хотим, чтобы игра была похожа. Так вы ее делаете тогда, так, чтобы она похожа была? Зачем вы хотите это? Чтобы вот сделайте так, как изначально у вас это было. Но не суть важна. Я не... Говно сейчас не бурлят, это я для себя так подметил. Зачем разработчики так говорят? Вот мы хотели бы... Делай нафиг, а потом говори, вот я хотел, я сделал, все в порядке. И War Hospital, я думаю, будет офигительный менеджмент, где мы должны будем выбирать там мораль, зарплату платить своим этим, как это, фельдшерам, чтобы они там лечили ранки и залечивали наших оппонентов. Ну, классно выглядит. Такого, мне кажется, еще не было. С постройкой баз... Да, там были постройки базы? Кажется, были. Где-то, ну, юниты эти бегут, но они, мы их не направляем, они к нам бегут, чтобы мы их починили. Кстати, и еще один пунктик к тому, что вот, пожалуйста, сеттинг Первой мировой войны никуда не делся. А то, я помню, один Battlefield за всех справлялся, а про Necrovision там еще этот... 1911 там какая-то игра такая очень красивая. Никто про это не вспоминает. Да ё-моё, Valiant Hearts, который мною полюбившийся за прохождение, ну, тоже как-то обделены были. Вот, пожалуйста, все у них есть, все в порядке. Очень хотел поругаться на то, что нет, вот сейчас, вот у нас вот этот год, нет нормальных гонок. Андрюха, спокойно, все есть, все в порядке, все хорошо. Но вот говоря о дальнейшей игре, которую презентовали, VRC Generations, я, честно сказать, не могу понять одной вещи. VRC, WRC, хорошо, будем так говорить, для меня это были такие вот четкий такой кремень, который ну, не поддается на эти дёрты, на эти шоу-дауны. Вот он вот такой вот монолитный, так я, говорит, я WRC, я гоночная игра про ралли. И блин, сука, у меня уже 14-16 частей, и я все равно ралли. И Generation, в Generation нам показывают буст, ну, где скорость, этот, тахометр и так далее, спидометр. И показывают нам буст и энергию. И я думаю, прогнулись, значит, да, ничего, это такие бурления гом не в ту сторону, то есть я говорю, что это наоборот, хорошо. И это у нас Generation, это не с цифркой там 22 или 21, то есть какое-то ответвление они делают, и это очень хорошо. Пусть будет у нас VRC, серьезная такая вот монолитная игра, а Generation пусть будет аркадная, все в порядке. Говорили о режимах типа шоу-дауна, там будет толк, там чуть ли не этот, роудрач начнется. Ну, я так понял. Ну, мне так показалось, могу ошибаться, сразу скажу, поправлюсь. Но выглядит все равно классно. Ну, как мне не любить эти автогонки? Тем более WRC Generations. Пусть будет аркада. С удовольствием приобщусь. И, может быть, даже, да. Да какой может быть, 100% расскажу. Напоследок, уже под конец всего и вся. Не буду говорить о Терминаторе, о котором там 10 секунд показали. Дверь открывает и смотрит. Ох, какая же игра про... Терминатора будет выживалка. Ну да, да, за эти 2 секунды я как будто бы понял, да, и прям сейчас всем будут тут рассказывать, что за нифига подумал. Я больше обратил внимание на тест-драйв. Ох, как он? Solar Crown. Офигеть. Всегда у нас тест-драйв, помимо всех остальных гоночных игр, тест-драйв отличался умом и сообразительностью. В плане того, что...
социальный такой вот шарик вот в этой вот куче других шариков, механик этих машин, физики машин и так далее. Тут у нас еще и социальный аспект, где мы, как герой, должны полностью вольны распоряжаться всем этим миром. Покупать себе одежду, дома, гаражи, ну вы все прекрасно это знаете. И они, тест-драйвы, также продолжают эту тему. Да, будет другой у нас город, не будет островов, но там будет какой-то остров, Китай, там, бла-бла-бла. Но не суть важна, классный, тем более классно так показали этот трейлер. Забыл сериал, дам себе напомню, та-та-ра-та-та-та-та, музыка играет шикарная. Как же он назывался? Вспомню я сейчас, как этот сериал назывался. Нет, не вспомню. Эх, блин, хотел же так классно сказать, что вот, как, блин, в стилистике этого сериала. Ну, короче, там и так понятно, там, на этих футажах, которые я сейчас демонстрирую, там и так все понятно, что это за сериал. Не могу вспомнить. Да не надо вспоминать, рассказывай, что ты увидел, ё-моё, тест-драйв, короче. Пусть будет дальше этот социальный аспект. Пусть будем мы дальше будем покупать себе одежду, показывая, какая у нас крутая машина, полностью ее модифицировать, там чуть ли не до руля мы там можем все изменить. И, конечно же, да, геймплейный ролик, он вроде бы, ну, не геймплейный, но и все равно вот это вот показывать. Я не считаю, что это здорово было. Все-таки гоночные игры, они должны, ну, как на полный экран демонстрировать всю красоту того, что вы там напридумывали. Будет ли это конкурентом Forza Horizon, я не считаю. Но хотелось бы иметь, наконец-таки, такого конкурента. Плюс еще в таком социальном аспекте. В Horizon'ах они же там тоже какую-то тему мутили, да, что можно. Ну, там только отличалось тем, что можно... А, ну да, там они можно было и замки покупать, и все в этом роде. Но в замок же нельзя было зайти, нет? А, пофиг. Короче, Test Drive Unlimited с удовольствием куплю, если можно так сказать, с удовольствием буду проходить. Социальным аспектом этим буду пользоваться, что уж там говорить. Как же этот, зараза, сериал назывался? Вот теперь я не могу выкинуть его из головы. True Detective! Спасибо! Спасибо! Моя голова меня не подведет. Никогда. Спасибо. Только и остается, что делать. Вот, посмотря на все это, увидев вот это все великолепие, VHS этой кассеты, с этими робокопами, с тест-драйвом, с VRC, с Xenoclash'ем. Ну, блин. Хочу, вот честно, искренне хочу верить, надеяться и ждать.